произвольно нарезаем 1 кг помидор, 1 кг сладкого перца, 200 г острого перца. Всыпаем 50 г простой каменной соли, 75 г сахара и пол чайной ложки черного перца. Отправляем на средний огонь. Периодически помешивая, доводим до кипения. Накрываем и варим до готовности овощей примерно 20 минут. Затем выключаем и с помощью сита убираем по максимуму сок. Добавляем 200 г чеснока и измельчаем блендером до однородного состояния. А для более нежного результата перетираем через сито. Очень удобно это сделать с помощью венчика. В готовую аджику вливаем 45 мл 6% яблочного уксуса. Все смешиваем, накрываем, снова доводим до кипения и даем покипеть примерно 15 минут, чтобы она хорошо прогрелась. Тем временем банки и крышки моем содой. Под банку кладем нож и сразу разливаем. Старайтесь наливать доверху, чтобы не осталось воздуха. Закатываем, переворачиваем и укутываем до полного остывания. Храним в любом удобном для вас месте. А можно и не хранить, а сразу наслаждаться.